Невероятный Нью-Йорк, невероятная свобода в людях. Посмотрите, человек играет, он является инвалидом, у него не очень здоровые руки, но он зарабатывает этим. И бабушка рядом, которая просто наслаждается моментом, жизнью здесь, сейчас, музыкой. Невероятная свобода внутри человека, невероятная свобода в этой стране, в этом городе, когда люди могут просто прийти так вот и потанцевать на площади. Я считаю, это очень круто, очень замечательно. Что вы думаете по этому поводу? Напишите ваш комментарий.